Как же скучно. Ага, мне тоже очень скучно. Кстати, сейчас длинная перемена. Может, в столовую? Да нет, какая столовая? 10 минут осталось. Давай сходим. Не, я совершенно не голодная. Да, хочу побыстрее уже лето, закончить эту школу. Школу мы еще только второй год учимся. Только в третий класс перейдем следующим летом. Этим, какая разница? Все равно же далеко еще до 11 класса. А я до 9 учиться буду. Зачем мне учиться? Я вообще блогер, я не буду учиться. Но так делать нехорошо. Блогеру тоже нужно образование. Не знаю. Привет, девочки, тоже скучно? О, а давайте играть в паузу челлендж. Это как? Ну, смотрите, мы все бегаем, занимаемся своими делами. Но кто-то любому кому-то может сказать, назвать имя и сказать «пауза». И тогда этот человек должен замереть и не двигаться. И кто больше всех продержится, тот и выиграет. А что будет победителю? Не знаю. Пока не решила. Ладно, давайте играть. А вы уверены, девчонки, что это хорошая идея? Будет очень весело. Жаль, я телефон не взяла. Так бы еще и на канал сняла. Ты забыла, что мне не разрешают сниматься? Ой, да ладно тебе, Еве, я же в шутку. Дурацкая шутка. Я кое-что придумала. Эй, Саша, ты что делаешь? Это моя ручка. Челси, пауза. Ну ладно. Вот так, теперь твоя ручка будет лежать на учительском столе. Саша, что ты делаешь? А я могу поставить Челси на плей. Нет, девочки, идея моя, и я буду ведущая. Вот так вот. А то так будет нечестно. Потому что никакого пульта у меня нет. Но сейчас, Челси, я тебе разрешаю двигаться. Плей. Надо быстрее забрать мою ручку, а то ее уберут в потеряшки. Ну-ка, еще чуть-чуть. Надо дотянуться. Так. Пауза, Челси. А, что? Да, вот теперь так и стой на учительском стуле. Девочки, теперь с вами. Саша, давай это, заплей меня. Нет, я так не буду стоять. Будешь. Я знаю, как сильно Еве боится тараканов. Еве, быстрее прыгай на парту, там внизу таракан. Где? Мамочки, а таракана не было. Пауза. Что? То? Да ты не имеешь права. Нет, спусти меня. На меня же наругаются, что я сижу на парте. Надо же так тупо придумать. Могла бы хотя бы на стул сесть. Милана, что-то мне это уже начинает не нравиться. Стой, куда же ты? Ой, а вытяни-ка вот так свои руки. Мне надо на них посмотреть. Только ладошками наверх. Что тебе надо посмотреть? Пауза. А, что? Мне что, теперь не двигаться? Да, стой вот так. Держи. Эй, убери от меня этот компьютер. Меня же наругает Вероника Алексеевна, что я беру ее компьютер без спроса. Да и вам всем от нее попадет. Одна на ее столе шарится, другая на парте сидит, а третья с ее компьютером ходит. И одна я тут нормальная. Сейчас скоро другие дети придут со столовой. Не делай этого. А вот уже звенит звонок. Сейчас все набегут в класс, опозоритесь. Саша, это как Соня, как вредитель какой-то. Да, первый раз от нее такое вижу. Обычно скромная девочка, а сейчас ведет себя как Соня. Вы меня плохо знаете. Что, уже пошутить нельзя? А как вы держаться собрались? Ребята, у меня для вас важное сообщение. Сегодня Вероника Алексеевна не сможет прийти на один урок, и я, ваш директор, буду ее замещать. Что? Девочка, ты что тут шаришься на учительском столе? Ты что-то ищешь? Надо было спросить. Что же ты молчишь? А ты что, уселась на парту? Я без звука. Ой. Ну вот, еще и на без звука поставили. Я спрашиваю, что это такое? А ты, девочка, что в школу с компьютером пришла? Выговор родителям. Это компьютер нашей учительницы. Что? Милана, ты держишь компьютер учительницы? Ну-ка, быстро положи на стол. Я не могу. Не можешь, значит, а родителей я могу позвать? Я думаю, что да. На-на-на, извините, что опоздали. А где Вероника Алексеевна?
Ее сегодня не будет. Сейчас подождем, пока все придут, и начнем урок. Но сначала я разберусь с этими тремя девочками. Ладно, девочки, вам всем плей. И тебе со звуком. Что ты сейчас им сказала? Ничего не сказала. Эх, видимо, старая уже стала. Ладно, давайте. Так, а вы слезайте с парт, с учительских столов, компьютер возвращайте и садитесь. Сегодня будем разговаривать с вашими мамами. Извините, пожалуйста, мы играем в паузу челлендж. И мы не могли пошевелиться, но сейчас нас расплеили, и все, вот мы можем двигаться. Это что еще за детские сказочки? Я не хочу в них верить и верить не буду. Никогда. Еще и собираются меня обмануть, чтобы я поверила в какие-то детские фантазии. Быстро на свои места. Ну, Саша, я тебя. Ой, да ладно, все еще впереди. Итак, дети, сейчас у нас урок физкультуры, и мы будем растягивать ваши связки. Это легко. Ага. Итак, сейчас тренируемся, садимся на шпагаты. Потом буду спрашивать на зачет. Договорились! Я! Для меня это проще простого. Ух, и для меня. Главное не упасть. Ага. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Насколько же это легко? Ой, ай! Ай-яй-яй! Ой, кажется, я ударилась рукой. Физкультура – это не мое. Да ладно тебе, Еве, подумаешь. Все хорошо будет, как будто ты одна тут в классе такая негибкая. Много девочек, которые вообще не гнутся. Да, я надеюсь, что я не одна такая. Еве, посмотри, у меня хорошо получается? Да, молодец. У меня всегда по растяжке была пятерка. И у меня тоже. Ух! Их! Как же сесть на шпагат? Ай! Ой! Ой, вы все попадали. Милана, пауза. Что? Не смешно. Милан, ты чё лежишь? Вставай уже. Да, чё ты лежишь? Ой, я не могу встать. Да, она не может. Мы играем в паузу челлендж. Милана, ну чё ты, вставай. Я не могу, Еви. Меня поставили на паузу. Что? А я попробую потренировать отжимания. Раз, два, три, четыре, пять... Шесть. Еви, пауза. Что? Я так долго не простою. Ой, я сейчас упаду. Еви, что ты делаешь? Меня поставили на паузу, когда я отжималась. В смысле поставили на паузу? Мы вроде как в реальном мире живем. Или это я уже совсем того? Нет, ты не того. Просто мы с Сашей и Челси играем в паузу челлендж. И нас с Еви поставили на паузу. А, понятно. Ну, стойте. И посмотрим, как вы зачет сдадите. Я надеюсь, все достаточно потренировались. Девочки, вы что тут разлеглись? Саша, пожалуйста. Эх, как тяжело-то стоять. Как я себя неловко чувствую перед всем классом и перед учителем. То же самое. Выглядим, как две дурочки какие-то. Ага. Девочки, я к вам обращаюсь. Что здесь происходит? Мы не специально здесь лежим. Простите, пожалуйста, мы вам потом все объясним. Я требую объяснений прямо сейчас и прямо здесь. Быстро вставайте и все мне объясняйте. Что вы тут валяетесь? С вами говорит учитель. Ну-ка. Пожалуйста. Так, ладно, раз вы меня не слушаете, значит, у вас будет наказание. Я вам говорил про физкультурные наказания. 100 приседаний, 100 отжиманий, и ваше наказание закончено. Нет, пожалуйста, не надо, мы вам все объясним, это не наша вина. Девочки, плей. Это Саша. Все, видите, я встала. И я. Молодцы, а теперь давайте наказание. А весь класс будет сдавать зачеты. Ну, Саша. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать,
12, 13. Фух. Отлично, все зачеты сдали по шпагатам, остались одни вы. Поэтому, пожалуйста, вперед, раз уж вы все наказания выполнили. Что? Мы так устали. Пожалуйста, пощадите нас. Папа, пощади. Какой я тебе папа? Тут я тебе учитель. Быстро вставай, давай. Ладно. И... ой, ай. Ладно, хотя бы попыталась. Ставлю 3 с огромным минусом. До конца ты не села. Я, кажется, растянула связки. Ух, можно вставать. Пауза! Что это мне? Тебе, тебе. Нет, только не это. Мои ноги. Ой. Ой. Фуф. Молодец, Милана, тебе ставлю 5. Повезло. Еве, ты чего разлеглась? Ты же уже вроде сдала зачет. Меня опять Саша поставила на паузу. Надо что-то делать. Ну, урок закончился. Перемена. Ура, перемена. Челси, пауза. Ура. Стоп, что? Ой, ой, ой. А! Ну, привет. Привет. Девочки, давайте я вас подниму. Пауза, Милана. Ой, как же неудобно так стоять. Эй, Милана, ты это чего? Вы чего все зависли, девочки? Ладно, я пошла. Брита, хочешь с нами в паузу челлендж? Нет, спасибо, мне еще проблем не хватает. Никто со мной играть не хочет. Ну и ладно, у меня тут 3 этих. Пожалуйста, Саша, у меня ноги болят. Да, мне тут тяжело, на меня Милана вон давит. И мне тяжело так стоять. Спокойствие, только спокойствие. Ой. Саша! Ладно, ладно, все это оторвали. Фу ты. В общем, вам всем плей. Фух, рады? Очень. Да. Девочки, что тут у вас? Все дети уже давно покинули зал. Сейчас сюда придет заниматься класс Sylvanian Families, а точнее В-класс. Что здесь происходит? Ой, быстрее пойдемте, тут уже сейчас В-класс придет. Ага. Пойдемте. Знаете, девочки, мне в туалет захотелось. Я, наверное, пойду, а вы меня подождите. Девочки, с Сашей надо что-то делать. Ага, она не стесняется даже нас паузить, когда мы на уроке. Может, просто не будем поддаваться? Это же всего лишь игра. Ну нет, она же хотела нам сделать плохо, тем более я хочу выиграть. Давайте лучше, знаете что? Поменяем правила, и пусть она это посмотрит на себе. А давайте. Девочки, я вернулась, вы еще в спортзале? Саша, мы поменяли правила. Да, и теперь мы воды. Пауза. Что? Девочки, это шутка совершенно не смешная. Вы это куда? Как куда? В класс. Да. Ну, девочки, стойте. Куда это вы? Что, мне теперь правда тут стоять? Саша, ты почему не ушла из зала? Ой. Что у вас за поведение-то сегодня за такое у всех 4? Я тебе ставлю 2 за урок, несмотря на то, что ты зачет сдала на 5. Тебе будет 2, которая перекроет твою 5. Ты этого хочешь? Нет, нет, я сейчас уйду. Уходи, давай, считаю до 3. 1, 2, 3. Ну, почему ты не ушла? Пожалуйста, это все пауза челлендж, это не я. А кто? Дядя Петя? Ну-ка быстро уходи. Не буду участвовать в этом челлендже. Так-то лучше. Девчата, догоняйте. Да. Ты это чего, Саша? Мы с тобой вообще-то не разговариваем. И ты вообще должна на паузе в спортзале стоять. Девочки, я больше не играю в эту глупую игру. Потому что я вас очень сильно обидела. Простите, пожалуйста. Мы тебя прощаем. Да. Наконец-то ты все поняла. Вот такая история сегодня произошла. Если вам понравилась она, то ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр.